На прием записались 12 человек. Проблемы у каждого свои, но в то же время одинаковые для всех. В основном проблемы касались жилья. Проблем очень много, и как везде, основные проблемы связаны с жильем. И сегодня это было не исключением. Из 12 человек, которые записались на прием и пришли, 8 человек поднимали вопрос, связанный с жильем. Перевод из ветхого жилья не устраивает их. Квартиры, которые предоставлены, или обслуживание домов не того качества. Все вопросы связаны с этим. Так обратилась с проблемой жительница города Ирина Рязанова. Она многодетная мать, у нее 3 ребенка. В 2007 году в ее доме произошел пожар, строение сгорело. Как погорельцу, администрация города выделила ей по улице Шахтостроительной комнату во временное пользование. Ирина Рязанова обратилась за помощью, отдать ей данное помещение в постоянное пользование. А вот Гульнара Минибаева не может получить инвалидность для своего ребенка. Уже 2 года она получает отказ от медицинской комиссии. В последнее время такой проблемой становится все больше. У меня 4 года назад сын травму получил. И вот по этому вопросу я обратилась. Инвалидность оформить, чтобы помогли. То есть не дают инвалидность? Не давали в городе Кумертау. Я 2 раза обратилась, отказали. Ребенок серьезно болеет, уже 4-й год домашнего обучения учится. Вот мне, чтобы его лечить, реабилитационный центр, и на лечение этот, помощь, чтобы инвалидность восстановили. Сын Гульнары Салимовны был здоровым до 8 лет. В школе получил удар по голове, в результате произошла атрофия левого полушария. Теперь ребенок плохо ходит, но без помощи жители не останутся. Из 12 пришедших людей я точно знаю, что 4 мы поможем. Остальные вопросы требуют очень детального изучения у юристов. Просто сказать, давайте мы поможем, мы тоже не можем. То есть существует, это будет консультироваться, это будет консультация у юристов, это будет консультация с людьми, которые сказали им в первую очередь «нет». По 3 вопросам я чувствую, что будет очень сложно решаться вопрос, и вряд ли мы это решим в ближайшие дни. Большинство проблем, по словам Раиля Асадуллина, происходит из-за недопонимания между людьми и организациями, куда обращаются жители. Когда к тебе заходит человек, имея на руках папку в 2-3 тома, это означает, что он не согласился с решением, которое принимала администрация или республиканские власти. Значит, с людьми до конца не договорили. Вполне вероятно, и я вот столкнулся с ситуацией, когда люди, решение было принято правильное, но они убедили людей, до конца с ними не поговорили. Вот это очень важный момент. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».